группе «Казахмы» заработал единый контакт-центр оказания IT-помощи. Учитывая, что компания достаточно много ездит в командировки, получалось, что сотрудник приезжает на площадку, что-то у него случилось, и он даже не знает, к кому обратиться. Поэтому мы решили сделать один единственный телефон на всю корпорацию, телефон 10-911, чтобы сотрудник, несмотря там, где он находится, при возникновении каких-либо проблем с IT-услуг, мог позвонить на этот номер, и к нему подошел бы сотрудник IT, помог решить его проблемы. К единому номеру уже подключены площадки Алматы, Астаны, Караганды и Восточного региона. Вскоре к нему будут подключены площадки Жезказганского региона. По словам специалистов центра, чаще всего к ним обращаются по вопросам электронной почты, программного обеспечения, офисной техники или попросту восстановления пароля учетной записи. К слову, подать заявки на оказание той или иной IT-помощи сегодня можно двумя путями. Позвонив на единый номер 10911, либо зайдя на специальный портал. У каждого сотрудника на рабочем столе установлен ярлык «Service Desk», то есть открыв который, он может ввести свой логин и пароль и оформить запрос, нажав на кнопку «Новый запрос». Уведомление о регистрации и выполнении заявок приходит на его личную почту. Также он может контролировать запросы через такую же вкладку «Мои запросы». На выполнение каждой заявки с момента ее поступления специалистам в области информационных технологий отводится определенное время. Оно было просчитано в результате анализа и доработки существующего каталога IT-услуг группы. Любой запрос в центр IT-поддержки проходит 3 ступени. Первая – собственно звонок или заявка, оставленная в личном кабинете. Вторая – обработка запроса сотрудниками отдела поддержки пользователей. Если они по какой-то причине не могут самостоятельно решить проблему на своем уровне, то заявка будет передана администраторам систем. В любом случае, в результате сотрудник, оставивший заявку, получит по электронной почте сообщение об исполнении. Возможно, мы будем внедрять уже такую услугу, когда можно будет записать свой запрос на голосовую почту, и диспетчер дальше просмотрит ваше голосовое обращение и свяжется с вами. Это вопросы вот ближайшего будущего.